Думаю, да, потому что наслаждаться насилием, ну, вряд ли это является каким-то Божьим характером. Наслаждаться насилием. Да, мы эти вещи смотрим, да, мы иногда, скажем так, поглядываем в эту сторону, и на некоторых наших молодых людей это имеет иногда влияние достаточно большое. И мы видим иногда по истории некоторых убийц и маньяков, да, там, мы видим, что это имело место в их жизни, плоды у этого однозначно нехорошие. Вот. И я, конечно, каюсь всякий раз, если в моем доме вдруг появляется какое-то кино или даже мультик с большим насилием. Я не верю, что это от Бога, я не верю, что это радует небеса, когда мы это смотрим, однозначно. Поэтому я вообще, честно говоря, меня даже содрогает, когда просто дети в войну играют сейчас. Вот я до чего-то до такого дожил, вот до такого дошел, меня даже содрогает, что когда у них появляются, знаете, как раньше говорили, пистики, автоматики, вот даже вот это меня содрогает. Потому что война — это ужасно. В миниатюре ли она, в экране ли она война? Война — это ужасно. И война — это убийство. И нам написано еще в древние времена «не убивай», да? Вот. И поэтому даже Иисус, даже еще в Ветхом Завете написано «не хочу смерти грешника». Да? Поэтому я, конечно, за жизнь. И я однозначно к этому отношусь негативно. И дай нам Бог мудрости и вот этого хождения с Богом, вот этого праведного хождения пред Богом, чтобы привить вот этому нашим сыновьям, не буду говорить «это поколение», по факту этому поколению, нынешнему поколению, коли речь идет о молодежи, но привить вот нашим сыновьям и дочерям вот любовь к жизни, любовь к благословению. Библия говорит, избери жизнь, избери благословение, да, чтобы ты был благословен. Вот как-то так.